На творческом вечере нового формата слушатели отведали кофе и получили душевный заряд от музыки. Сегодня мы пригласили наших слушателей на прекрасную романтичную концертную программу под названием «Романтик KZ». Цель нашего концерта, ну, конечно же, популяризация инструментальной, эстрадной музыки Казахстана, современной музыки. Как выяснилось, что современные композиторы пишут очень достойно, и наши музыканты, современные исполнители, завоевали большое признание у всего мира, я бы также так сказала, потому что даже из ближнего зарубежья нам звонят и рассказывают, что они слушают нашу музыку. В ходе творческого вечера прозвучали популярные композиции о любви, а также другие чувственные произведения в сопровождении саксофона. Мне очень понравился концерт. Мы провели чудесный вечер. Желаю успехов артистам. Приятная атмосфера царила в этот вечер. Мы всей компанией насладились. Было очень интересно. Профессиональные музыканты в течение 2 дней будут радовать жителей и гостей города Кокшетау. Айгерим Бегенова, Ирзат Смагулов, Жосун Умурзак, Амир Койшибаев, Кокшетау.